приветствую вас, ребята. Пришла мне вот такая вот немалая посылка с сайта Joom. Как я говорил в прошлом видео, что может быть придет, может быть не придет. Почему может быть не придет или придет? Потому что это копеечный товар. Стоил он мне 5 гривен. Это примерно 20 центов, даже чуть меньше. И давайте, конечно же, сейчас распакую. Честно, при такой цене упаковали в такую вот упаковку. Я, честно говоря, в шоке. И, конечно же, на превью вы знаете, что это за посылка. Я, конечно же, тоже знаю по трек-номеру. Хотя пишется, что трек-номер сейчас, секунду, вот, трек-номер не отслеживается, но он отслеживался. Точная цена в российской валюте, белорусской валюте и в долларах будет на видео, на экране будет. Я, честно говоря, за такую цену в шоке, то что оно стоит так дешево и при этом в упаковке. Обычно мне приходили в такую полиэтилене, в кулечке, либо в пупырчатой упаковке, а тут целая коробка, еще при такой цене. Это для ванны, конечно же, идет, для зубных щеток и зубной пасты. Вот. Такие вот желтые, желтого цвета. Сейчас ссылку, конечно же, я оставлю в описании на сайт Joom. Ссылку я оставлю в описании на сайт Joom. Уже шумит эта пленка, может быть, не слышно. И, конечно же, на аналогичный товар. Но только сайт AliExpress. Конечно, он будет стоить подороже. Здесь идет такая вот божья коробка. Здесь 4 должны быть присоски. А, нет, 3. 3. Ошибаюсь, ошибся. 1, 2, 3. 3 отверстия. И 3 присоски. Они крепятся вот сюда. Вот эти все. В эти отверстия. Так, вот. Вот так оно выглядит. И она, по-моему, разбирается. Да, она разбирается, чтобы, если попадет какая-то грязь или там какая-то, может, живность туда попадет, то, конечно же, это все промыть. Хлипкая, конечно, но все-таки за такую цену вполне хорошо даже. Вот, разбирается, чтобы помыть и поставить обратно на место. Сейчас я посмотрю, как оно крепится, и вы, конечно же, увидите, как оно крепится на стенку. А, кстати, да, дошла посылка это мне за 1,5 месяца, да, долго же отошла, думал, что вообще не придет, а оказывается, все-таки пришла. Сейчас. Да, кстати, здесь она еще в пупырчатой упаковке идет. Вот эта коробка, все склеено. Ничего не сломалось. И сейчас, конечно, как я сказал, проверим, хорошо ли крепится к стенке божья коровка. Вот так вот крепится. Пока ничего не падает. Здесь зубные щетки, соответственно. Но держится хорошо. Вроде не падает. На плитке сухая плитка. А то бывает, нужно примочить, к примеру, там стенку, плитку, зеркало, чтобы хорошо липлось. Нет, оказывается, все прекрасно держит. Вам, конечно же, спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрите ролики мои. И, конечно же, счастливо вам. И увидимся в следующем видео. Вот, кстати, действительно, то, что эта посылка стоит 5 гривен в подтверждение этому.